Итоги деятельности прокуратуры за прошлый год подвели сегодня во Владикавказе. Также обозначили задачи надзорного ведомства на 2019 год. Как было сказано, в прошлом году особое внимание уделили вопросам защиты интересов общества и государства, сфере ЖКХ, защите прав субъектов предпринимательской деятельности, противодействию коррупции. Отдельные участники заседания остановились на уровне преступности. Согласно статистике, в 2018 году в республике зарегистрировано свыше 7 тысяч противозаконных действий. Количество тяжких преступлений незначительно снизилось. Наиболее значимые вопросы борьбы с преступностью и прокурорского надзора рассматривались на координационных и межведомственных совещаниях, заседаниях коллегий, на которых принимались организационные и практические меры, направленные на повышение уровня взаимодействия правоохранительных органов и достижение положительных результатов по противодействию организованной преступности, коррупционным проявлениям, профилактике преступлений, совершенствованию практики прокурорского надзора по наиболее актуальным направлениям прокурорской деятельности. Прокуроры обсудили также вопросы, связанные с выплатой заработной платы. Отметили, что надзорное ведомство использовало весь комплекс правовых мер воздействия. В результате этого долг по заработной плате на сумму более 60 миллионов рублей был выплачен. Добавим, что в работе коллегии принял участие и председатель парламента республики Алексей Мачнев. Он выступил с приветственным словом и поблагодарил сотрудников прокуратуры за проделанную работу. Пользуясь случаем сегодняшней коллегии, я хотел бы сказать о том взаимодействии, которое существует между парламентом республики и прокуратурой, органами прокуратуры. А работа эта имеет системный, систематический и перманентный характер. Хочу поздравить всех с наступившим годом, пожелать в этом году плодотворной работы, хороших успехов и такого же взаимодействия.